Ребята, всем привет! Ну что, я к вам с новостями, и их у меня много, поэтому устраиваемся поудобнее. Итак, начнем с цифр. TikTok D стремительно растет. Буквально несколько дней назад она поблагодарила свою аудиторию за 7,4 миллиона подписчиков. Сегодня на ее аккаунте уже 7,8 миллиона. То есть за 4 дня на нее подписалось еще 400 тысяч человек. Крутой результат. Держим кулачки и ждем 8 миллионов. Вторая новость. Вся семья скоро уезжает отдыхать. Мама Дианы написала: у нас новость для вас, на этой неделе мы улетаем. Ребят, никогда не догадайтесь, куда лететь. Я раньше не знала об этом месте. Вскоре вам все расскажем. Реальная интрига, куда же они летят и с кем. Будет ли с ними подруга Дианы, Настя, а может даже полетит Кирилл, парень Дианы. Поездка уже на этой неделе, так что совсем скоро мы все узнаем. Теперь о Кирилле. Диана наконец-то выложила тиктоки со своим парнем Кириллом. Мало того, они прошли тест. Вернее, Диана проходила тест для тех, у кого есть парни. А Кирилл загибал пальцы, соглашаясь с ее ответом или нет. Кстати, в тиктоке много комментариев на тему, что Кирилл изменился. Его многие не узнали. Парень отрастил небольшую бородку. Но есть и неприятная новость, которая расстроила всю семью. Собака Боб, которую приютили и которая жила в доме, так и не вернулась. Для нее была заказана целая будка с подогревом, лежанка. Как рассказывает мама Дианы, Боб и раньше пролазил декоративное отверстие в заборе. Бывало пропадал по 2 дня, но всегда возвращался. Сейчас же собаки нет уже неделю, и Енона сегодня публиковала сторис, что Боб так и не вернулся. Если знать, с какой добротой и заботой Енона и вся семья относится к животным, для них пропажа Боба реально болезненная. Для тех, кто не знает, среди малочисленных подписчиков Еноны, их всего 8. Есть приют для животных, которому помогает семья, делая пожертвования. В приюте находится 3123 бездомные собаки и 221 кот, и это самый большой приют для животных в Украине. По сериалу, похоже, что Дана теперь будет больше сниматься в сериалити. Для нее придумана целая сюжетная линия. Вчера в посте мама девочек написала: младшая сестра Дианы и младший брат Смайла познакомились, и эта серия уже вышла на канале Дианы и уже попала на первое место в тренды Ютуба. Вы уже все заметили новую прическу Майи. Так вот, у некоторых она вызвала непонимание. Енона поддержала новый образ актрисы. Ребят, меня такая реакция пугает. У Майи другая прическа, и ей очень идет. Я понимаю, что вы привыкли к розовым волосам, но теперь у нее классные кудряшки. Написала она в ответ на комментарий. Многие отмечают игру тренера Эбби, что девушка хорошо играет свою роль. Напишите в комментариях, чья игра вам больше всего нравится, если не считать саму Диану. На этом пока все новости на сегодня. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока, обняла каждого. You're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn.